Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Противник наносит левый фронт, мы делаем левой рукой сбивку наружу, таким образом разворачивая противника спиной к себе и наносим правой ногой удар между ног. Или, если противник повернулся просто боком, не развернувшись до конца, мы не сможем нанести такой удар, поэтому мы делаем шаг правой ногой в сторону, за спину противника и уже наносим удар левой ногой между ног. Это хороший уличный прием.